Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Зарбабай. Сегодня мы с вами начинаем проходить игру под названием Чернобилит. Это ролевая игра в жанре ужасов и выживания со свободным исследованием, локацией, сложными боями, уникальным крафтом и нелинейным научно-фантастическим сюжетом. Пока мы с вами ждем Сталкер 2, можно поиграть в данную игру. Игра пока находится в раннем доступе, но выход запланирован на 28 июля. Сейчас можно показывать абсолютно все, кроме финальной миссии, как-то так. Но пока мы до нее дойдем, там уже будет не 28 число, а уже намного больше. Так что начинаем. Не забывайте, ребята, ставить свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых серий. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Новая игра. Итак, пока тут написано ранний доступ, версия. Начинаем новую игру. Так, сложность выживания. Уровень сложности выживания влияет на количество ресурсов, которые вы можете найти. На более сложных уровнях вам будет труднее расширять базу и изготавливать предметы. Сложность боя. Сложность боя влияет на поведение врагов, их численность и уровень сопротивления. На более сложных уровнях вы встретите больше противников, которые будут лучше сражаться. И сложность организации. Уровень организационной сложности влияет на шансы союзников успешно выполнять миссии, а также на здоровье и настроение людей, находящихся на базе. На более сложных уровнях будет труднее поддерживать жизнь союзников. Ну давайте все поставим, наверное, на сложный, да? Безумие ставить не будем. Пусть везде будет по сложному, посмотрим, как пойдет дальше. Так, показывать в важных моментах портреты персонажей. Пролог не пропускаем, конечно же. Поехали! Чернобыльская АЭС. Надежда на будущее. Корпорация НАР начинает испытание новейшей разработки. Технологии рекультивации. Станция 90, бетон 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома. А кто-то даже вернулся обратно. Детина вывезена из зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен по плату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно. Саркофаг трогать нельзя. Просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет. Правда? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Очнись. Таня? Как-то жутковато. Таня, прекращай эти шутки. Ну ты и Соня. То как-то все трясется. Давайте сейчас, наверное, на строчки зайду и кое-что поменяю. Так, во. Отключил размытие движения и покачивание головой отключил, потому что все это как-то очень плохо смотрится. Так, прочесть. Надпись на карточке. Заметка. Это удостоверение позволяет попасть на атомную электростанцию имени Владимира Ильича Ленина. Собственность Украинской Советской Социалистической Республики. Имя. Игорь. Фамилия. Хименюк. Ага. Вот так вот оно типа все выглядело на английском языке. Ну, конечно. Ну, конечно. Так, что тут еще есть? Может, какие-то записки, заметки? Случайно заметил, получается.
Ага. Ну да, и газеты также выглядели прям отлично. Темное небо над Припятью. Последствия Чернобыльской катастрофы ужасают. Это единственный случай в истории, когда от повреждения реактора погибло столько же людей, сколько и от лучевой болезни. 31 смерть за несколько недель, в основном из-за ожогов от радиоактивного пара или воздействия радиации. Один человек даже умер от сердечного приступа. Но эти цифры не отражают всей серьезности ситуации. Власти эвакуировали 115 тысяч человек в течение 36 часов и сказали им, что скоро они смогут вернуться домой. К сожалению, это было ложью. Авария также оказала огромное влияние на экономику. 784 320 гектаров сельскохозяйственных угодий и 694 200 гектаров леса стали непригодными для сельского хозяйства. Советский Союз выделил почти 18 миллиардов рублей на ликвидацию последствий этой катастрофы. Однако никак не учитывается тот факт, что в ближайшие десятилетия у людей, эвакуированных из ближайшей Припяти, разовьются различные виды рака. Более того, предполагается, что количество злокачественных опухолей в соседних странах будет расти в геометрической прогрессии, особенно среди детей. Повернуть нельзя, да? Ну хорошо. Странно, конечно, станция. Непонятно, почему мы это все делаем в поезде. Находимся. Поезд явно тут уже давно стоит. Ну, пойдем. Подожди! Галюнчики, мне кажется, это просто галюнчики. Ну да. Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Мой дорогой профессор. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество. Где ты? После стольких лет. Вот ты, ёптыть! Фух! Ну хватит уже! Чувак, тебе не кажется, что это уже что-то ненормальное, нет? Фух, блин! У нас ничего нет, кстати, ни оружия, ничего абсолютно. Просто куда-то идем. Тропа только одна. Мне кажется, все это ему снится. Сейчас бац, где-нибудь еще проснемся. Игорь, может, не надо идти? Что-то какая тут фигня происходит. О, автомат. Теперь у нас есть оружие, хорошо. Вот это меня портануло. Удерживайте, чтобы выстрелить. В кого? Это я все понял, а в кого стрелять? А, вот он. Проклятие. Когда уже это закончится? Ох ты, ё-моё.
Ну я же нажимаю уклониться. Это какое-то странное уклонение, если честно. Что-то какое-то уклонение не очень мне нравится. А что такое? Да стреляет ты, чувак. Может, так должно быть? Потому что мне совсем не нравится. Уклонения очень плохие. Отвратительное уклонение. Надо будет потом посмотреть настройку, как переделать все это дело. На какую-нибудь кнопку уклоняться, а не двойным нажатием. Где здесь сон, а где явь? Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Класс. Начать изготавливать. Ну, давай. Генератор порталов. Есть в наличии 0. Описание. Неказист на вид, но изящен в работе. Высокотехнологическое устройство, работающее на Чернобылите. Используется для создания стабильных червоточин. Механических деталей нет, электронных компонентов нет. Так, электронные компоненты, пожалуйста, есть. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Так, еще компоненты есть. Отлично. Что тут еще есть? Так, еще механические детали. Карточка. Собственность Future Deterrence Technologies. И что это такое? Нельзя это как-то дело перевернуть? Нельзя. И еще электронный компонент. Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. Ну, окей. Сейчас пойдем. Сделано все красиво, но пока вообще ничего не понятно. Так, изготовить. Особо выбирать-то мне нечего. Нормально, просто дофига. Так приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нар церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они... тут тестируют свою рекультивацию чего-то там. По-моему, там нет никаких испытаний, но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... Чернобылита. Так он называется, Игорь. Игорь! Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такое?
Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. Так, хорошо. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут, босс. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. А мне дадите оружие-то, нет? У меня ничего нету. Я опять безоружный, блин. Чувствую себя каким-то голым, когда нет оружия. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Махнули воспоминания. Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Ох, канализация! Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы со всем разберемся, ладно? Не геройствуй. Без паники, Оливер. Где ты видишь героя? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Чего? Хватит разговоров. Вперед! После вас, Игорь! Дамы и умники, вперед! Ответить вежливо. А ты шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Так, обратите внимание на компас сверху экрана, на нем не обязательно цели. Держись в тени, хорошо. Я, в принципе, никого-то не вижу. Чтобы быть в тени. А, уже что-то вижу такое. Стань невидимкой. Как это? Как? Ну ладно, полезли потихонечку. Тихо. Почти дошел. Ё-моё. Стой, кто идёт? Всё, попал. Электрик. Сказали, что где-то электричество вырубило. Я правильно пришел-то? Так, ты сначала пропуск покажи, электрик. Он тебе не верит.
Тебе рассказать, кто меня отправил? Полковник. Лично. Злой как черт. Динамо Киев играет. Электричество вырубило как назло. Но вы не волнуйтесь. Назовите имя и звание, а я сам ему передам, как тут у вас служба идет. Он видит тебя насквозь. Какой еще полковник? Ты что несешь? Стоять не с места! Никакой ты не электрик! Ну, короче, я проиграл. Спасибо. Интересно, как я должен был туда пройти мимо них? Стелс, конечно, божественный. Эй, Игорь! Да здесь я уже. Сюда! Пойдем. Интересно, как вы решили мне помочь? Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Ну и чё встали? Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Так, откройте инвентарь, достаньте анализатор среды. Окей. Выберите анализатор среды и нажмите F, чтобы его экипировать. Вы также можете дважды щелкнуть левую или щелкнуть правую, выбрать пункт экипировать в появившемся меню. Окей. 3, 6, да, не отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности на ближайшие 1-2 часа. Вы все не в безопасности. Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер. Какой-то капитан Оливер. Времени на лекцию, но она работает. Просто так. Нужно больше чернобылита. Чернобылит? Точно? Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Заберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда, еще поржем над этой историей за кружкой пива. Так, хорошо. Помогаешь тут находить. Компоненты. Всякое дело пригодится. Химикаты. Так, ну-ка давай. Отлично. Механические детали, хорошо. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Класс, я остался один. Чё встали? Стоим! Вижу противника. Двое впереди. Тише. Антон, тот слева твой, а я возьму... Я займусь вторым, Оливер. Ого. Поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Так. Ветер в атмосфере и растет!
Да, стелс, конечно, так себе. Ай, ладно, вставай. Вот дела. Умеешь ты удивить, Игорь. Так, ножик, я бы согласен, но у меня его нету. Да, давненько я тут не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Кнопка АЗ-5? А где она? Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Так, не нажимать кнопку, кстати, правду, не нажимать кнопку придумать отмазку, нажать кнопку. Давай скажем правду. Вы это слышали? Голоса. Вот это вообще не тот вопрос, который сейчас в тему, Игорь. Ты как, в норме? Не делай этого, любимый. Черт. Черт. Я не могу. Не могу нажать эту кнопку. Ну, как хочешь. Антон, выдвигаемся. К реактору. Бегом. Так, и... Мне с вами идти? Чуть не могу понять-то. Пошли. О! Цепная реакция прочесть. А, барабан, сепаратор, коробка системы ЕГО. У нас же был план, Игорь. Почему ты просто не нажал на эту чертову кнопку? Времени мало, беги! Бежать? Что куда с бежать? Радиацией? Антон, пожалуйста, ты меня нервируешь. Даже холоднее, чем я помню! Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Туда, куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. Господи Боже, на помощь! Что вообще происходит? Пока вообще ничего не понятно. Оливер! Куда ты делся, Оливер? Мне просто бежать? Вон он, Оливер, стоит. Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп.
Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющей две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. Избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила, надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Так, хорошо. Осталось только уметь прибраться. Ублюдок в черной маске. Получено достижение. Воу. Окей. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить. День первый. Чернобыль. Утро. Класс. Сингулярность. Разрыв ткани реальности. И основа этой реальности и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди. А это кто стоит? Состояние и психика. Класс. Куда мне идти? Мне, по-моему, там что-то зашкаливает. Оу. Фонарик. Зачем мне фонарик? Пока, в принципе, так светло. Фу ты, боже ты мой. Так, там есть какие-то компоненты, пойдем. Для прыжка. Лекарство от радиации. Отлично. Вы провели слишком много времени в зараженных районах. Используйте лекарство от радиации из инвентаря, чтобы снизить уровень облучения. Нажмите И, чтобы открыть инвентарь. Ну, давай откроем. Так-то получается, в принципе, у меня на троечке он есть, да? Отлично, хорошо. Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Давай. Прям через центральный. Интересно, а если бы я был бы под радиацией, то не посчитали, что я грязный? Так, тут еще и травы какие-то есть. Грибы. Анализатор среды покажет все ресурсы и предметы вокруг. Также с его помощью можно найти или отфильтровать предметы по категориям. Используйте РТ, чтобы выбрать категорию травы. Они понадобятся для изготовления лекарств. Найдите и соберите их. Травы. Грибы, химикаты, электронные компоненты. Травы. Ну окей, давай поищем травы. Детали механические. В
Мне кажется, лучше все вместе искать, нет? Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре. Еще костер найти. Так, а что тут вообще есть? Механические детали, паёк, другое. Но мне кажется, он искать будет конкретно все подряд. Нет. Так, а где найти костер? Так, еще трава. А вот и костер. Но все равно, по ней, получается, ищет все абсолютно. Горючее вещество. Ну, вроде поблизости все собрал. Ну, давай, спросить костер. Так, что это у нас? Мазь от радиации. Успокоительная. И лечебная. У меня вроде как должно на все хватить, да? Наверное, давай еще сделаю лечебных. Так, от радиации уже не хватает. Хорошо. Так, каждый предмет, который можно использовать автоматически, добавляется на панель быстрого доступа. Используйте с 1 по 8, чтобы быстро принять созданное лекарство. Предметы можно добавить на панель быстрого доступа из инвентаря. Это все понятно. А, мне понять, сколько у меня здоровья. Получается, на 6 у меня, да? Вот состояние психики и здоровья как-то надо, чтобы показывалось, что ли. Руки вверх. Так, чтобы я видел. Пароль. Да погоди ты! Не могу думать, когда в меня целятся! Игорь! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия! Ты же сам его придумал! Ладно, заходи. Игорь, ты же у нас на все руки, мастер. Осмотрись здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Так, ладно, поговорим. Ну как дела с мастерской? Дай знать, когда будет готово. Хорошо, ладно, дам знать. Нажмите Б, чтобы начать перестраивать базу. А тут есть компоненты какие-нибудь, нет? Да нет, ну давай. В режиме строительства можно отметить построенные структуры и разобрать их, чтобы повторно использовать ресурсы. Для этого нажмите Т, попробуйте сделать это с лежащим вокруг мусором. Так. Т. Теперь сделайте рабочий стол. Это базовая структура, которая откроет доступ к остальным сооружениям. Выберите категорию улучшения базы, нажмите F, чтобы увидеть ее содержимое. Затем повторите эти действия с строительными инструментами. Давай, может быть, сначала тут все пособирают, этот хлам весь.
Все равно мусор. Ну, допустим, более-менее что-то тут убрался. Рабочий стол. Так, ну допустим. А, исследуйте место, чтобы найти место для строительства. Вы поймете, где можно построить объект по цвету подсветки. Нажмите F, чтобы соорудить рабочий стол. А вот это как-то... А, уже указано, да, место подхода. Ну давай, пусть будет здесь. Вы открыли способность строить примитивные структуры. Их всегда можно просмотреть. Каждый день у вас будет возможность возвращаться на базу и расширять ее. Вы ограничены только количеством ресурсов. Когда будете готовы, используйте таб, чтобы выйти из режима строительства. Хорошо. А, нужно еще, получается, вот этот построить. Лазерный резак. Короче, не хватает горючки и... электронных компонентов. Так, а могу я здесь спуститься? А как мне обратно вернуться-то? А, вот, спасибо. Так. Комната Игоря. Закрыта пока. Хорошо. Радио. Что еще можно будет разобрать? Не разбирается, да? Так, окей. Получается все, да? Базы. Уют союзников. Это разборка. Что-то пока не очень ясно мне. Давай глянем, что еще можем создавать тогда. Ага, вообще без понятия, как это создавать, как этим пользоваться. Ну ладно, пойдем туда. Я смотрю, старая радиоточка Михаила опять работает? Да. Антон все починил перед тем, как мы ушли. Может пригодиться. Мне так жаль, Оливер. Правда. Но нам нужно сосредоточиться. Так, хорошо. Что здесь? Это моя комната, да? Чертежи Ариадны. Какой-то шлем. Виртуальной реальности. Что тут еще есть? Проектор. Ну и долго так кинца будет идти. Повторяется. Что тут еще есть? О! Рядное. Дело всей моей жизни.
Пока что прототип, но она может воссоздать любое событие из прошлого, если ввести правильные данные. Хорошо, что я не дал британцам уничтожить ее. Она поможет мне найти Таню, как в мифе. Одиссея, нить Ариадны, приведет меня к истине. Я надеюсь. Хорошо. Ну, пойдем теперь с ним поговорим. Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... Да всего! Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Не можешь ждать? Не, ну с ним можешь согласиться по-любому. Ладно, Оливер. Будь по-твоему. Рад, что ты прислушался. Видишь эту доску за мной? Будем использовать ее для планирования. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Напомните ему, кто здесь главный. Зачем ссориться-то? Ладно, так и поступим. Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Да, есть немного. Ну, тогда ты готов. Я в тебя верю, Игорь. Раненый воин. Миссию назначить можно. Хорошо, что тут еще есть? Отправиться в рейд. Рейд. План описывает все этапы, необходимые для того, чтобы пробраться на электростанцию и спасти Татьяну. Это последняя задача. Я должен крайне хорошо подготовиться, чтобы у меня были шансы на успех. Подготовка. Участников команды 5 должно быть. Инструментов 5. Провести расследование 4. Окей. Оливер. Антон. Минус Антон. Кто-то должен прикрыть нас. Может, снайпер? Так, понятно, нам нужен снайпер. Я могу проникнуть на электростанцию, притворившись пленным. Нужно только, чтобы кто-то изобразил солдата НАР. Мне нужен кто-то, способный добывать информацию. Тот, кто поможет нам проскользнуть мимо наровцев. Проще говоря, шпион. Где мы тебе найдем шпиона? Толковый хакер мог бы разобраться с системой безопасности с электронными устройствами. Ага. Понятно все. Какой отсюда вид? Вся зона отчуждения как на ладони. Сможем планировать все заранее. Просто дай знать, как будешь готов, босс. И мы начнем. Что-то прям какое-то слишком высокое здание, нет? Прям чересчур. Поговорить не хочешь? Так, назначить миссию. Каждый день начинается с планирования. Выберите, какую миссию будете выполнять сами, какую доверите Оливеру. Подумайте хорошенько. Вы можете выполнить только одну миссию в день. Хорошо. И правда. Отсюда все видно. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому. Проценты около имени Оливер означают шанс успешного выполнения миссии. Шанс успеха будет отличаться от миссии к миссии. Результат также будет зависеть от его здоровья и морального настроения, отмеченных значками по бокам его портрета, его навыков и экипировки.
Так, ну тут сложновато получается ему, да? Нар по ошибке сбросил съестный припас в районе Рыжего леса. Думаю, захватить их будет нетрудно. А, поставка припасов в Припять. Количество радиосообщений Нар возросло. Мне удалось перехватить сообщение поставки припасов в Припять. Регулярная поставка боеприпасов будет сброшена рядом с деревней Копачи. Она будет отмечена красной дымовой ракетой. Так. А как это назначать? Просто перетаскивать или просто как-то щелкать? Все, что связано с едой, это все сложно. Регулярная поставка. Это понятно. Здесь, кажется, у Нар заканчиваются боеприпасы, и они запросили поставку в центр Припяти. 72%. Ну, давай начнем отсюда. А я, наверное, тогда пойду в Рыжий лес. Ага. Нажмите Enter, что когда будете готовы начать миссию. Помните, что сложные миссии не всегда должны завершаться удачно. Вас и ваших союзников могут ранить, похитить или убить. Но от голода вы умрете еще быстрее. Хорошо. Так, ну пока я не готов. Что? Мы начинаем? Подожди, ты же сказал, на какие-то кровати построить. Давай посмотрим хотя бы, что можем построить. Так, уют союзников. Давай заглянем сюда. Освещение, электроника, мебель. Ну давай мебель, он сказал, кровать нужна ему. А это не то. Стены, декорации. Я думал, мебель будешь иметь в виду кровать. Оружейное дело, изготовление брони, контейнеры, выращивание растений, кстати. А, ну у нас нифига ничего не хватает. Ну понятно, в общем, припасов нет, и мы ничего не можем создавать. Ладно, давайте тогда мы с вами на сегодня закончим. Продолжим уже в следующей серии, отправимся на эти миссии. А на сегодня все, ребята, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.